Здравствуйте, уважаемые участники книжного форума литературного фестиваля «Открытая Евразия». Меня зовут Василия Япова. Я пишу книги для детей, а в конкурсе «Голоса друзей» 2023 года участвовала с подборкой стихотворения для детей и юношества. Вышла финал. Очень рада. Спасибо жюри за высокую оценку моего творчества. От души поздравляю всех финалистов и хотела бы прочитать свое стихотворение. Ночь снова море легкой дымкой веяло. Прочь навсегда улетает время мгновениями. Тишь, только ветер играет ласково волнами. Лишь луна над просторами царствует полная. Как манит меня звездное небо, как прекрасна морская даль. Паруса уж корабль не расправит, жаль. Грезы никогда не понять их закону природному. Звезды вновь подарят надежду сердцу свободному. Дышит море волною плавно бегущую. Слышишь, как поет одну тихую песню зовущую? Как манит меня звездное небо, как прекрасна морская даль. Вновь ведет мечта мой корабль вдаль. Спасибо за внимание.